взагалі говорити та думати про ПП-харчування, здоровий спосіб життя, схуднення, дієти, якщо зараз у кожному домі на столі буде шашлик, паска, крашенки, холодець, ковбаски та багато-багато салатів? А от наші гості з реальними історіями схуднення впевнені, що можна знайти мотивацію та контролювати себе. З вами жіноче ток-шоу «3G плюс М» і з вами я, Катя Лунгу. Сьогодні говоримо про мотивацію та контроль над собою після святкових днів. Знайомимось з нашими гостями. І перша наша красуня – це Ірина Малєр. Схудла на 20 кілограмів і зараз дарує красу іншим дівчатам, працюючи масажистом-естетистом та розробляє ПП-харчування. Доброго дня. Наступна наша гостя – це Оксана Філіпова. Схудла на 40 кілограмів та оновила свій гардероб на 5 розмірів менше. Здравствуйте, спасибо, що пригласили. І, звичайно, наш гість і чоловік у студії – це Артем Тишкус, персональний фітнес-тренер, кандидат в майстри спорту з пауерліфтингу та панкратіону. Добрий день, привітаю наших зрителей, спасибо вам большое за приглашення. Дякую вам за те, що знайшли час, завітали сьогодні. Тема, якою цікавляться, напевно, усі дівчата. Як схуднути, як себе контролювати, мотивувати. Розумієте, коли готувала цю тему, я одразу дивлюсь по собі. Коли ти розумієш, що зараз буде святкові дні, тому що вже завтра Пасха, і тобі треба якось думати, ну, може, з'їсти маленький шматочок, ти з'їла один шматочок і понеслось. Та, може, ще? Та, ну, нічого не буде. І, до речі, я в своєму акаунті Instagram робила опитування, і серед 100 дівчат 68 жінок говорили, що починають контролювати себе після свят. Тобто не під час. Під час можна робити все, що завгодно. Тому я пропоную розпочати, дівчата, з вас, щоб ви розповіли свої історії. Оксаночка, ви схудли на 40 кілограмів. Ну, тут просто треба окремі аплодисменти для вас. Це круто. Як ви це зробили? Або давайте, напевно, розпочнемо з самого початку. Чому у вас була зайва вага і як ви вирішили, що прийшов той момент, що треба її скинути? Ну, скажу так, я з дитинства ніколи не була мелкою дівчиною, займалася спортом, хорошо кушала, і так як сім'я традиційна, да, тобто всі багато готувала бабушка, багато готували батьки, завжди дитину говорила, та кушай, дітка, кушай, вкусно же, і все, я кушала, росла, да, ну, поки я росла, я кушала і в нормальному весі оставалася відносительно, але була висока в будь-якому випадку, да. Звісно, коли вже роки додавалися, з ними додавався вес. Я пробовала худеть в определенные моменты, тоже брала себе в руки, хотела новое платьице, там, или чтобы выглядеть как другие девочки, худела разными способами, но в итоге вес возвращался. То есть у меня был какой-то период, когда я мотивационно взяла себя в руки за компанию, правда, со своей подругой, которая не стала худеть, а я начала худеть. Я похудела на 35 килограмм, занимаясь спортом и сидя на диете за полтора года. Но со временем вес вернулся. Вернулся, потому что я уже 12 лет работаю на фрилансе, и то есть ты постоянно дома, постоянно возле холодильника, тоже испытываешь стресс, как другие люди, да. У відкритому доступі завжди їжа, можна піти, взяти, що захочеш. Да, потім ти себе, цією теорією, що тобі потрібно 5 разів на день кушати, понемножку, ти так якби кушаєш, кушаєш, да, і наїдаєш вес. Потом я решила, что нет, так не будет, мне же нужно себя немножко урезать, я уменьшила порции, и оп, за год набрала 15 килограмм. Я була в шокі, тому що я реально їла дуже мало. Особливо, коли я... 5 разів на день, як да, я їла 5 разів на день і набрала 15 кілограм за год. Артем, правильно, що треба 5 разів на день? Ну, всі ж говорять, і дієтологи. Ну, є один із таких от прийомів пищі, це коли ми кушаємо 5 разів в день, 5 або 6 разів в день, розбиваю прийоми на небольші прийоми, да, так сказати. Но хочеться сказати о том, що кожен чоловік, він індивідуален. І якщо одному чоловіку підходить програма питання по 5-6 разів в день, то другому чоловіку може не зайти таке питання. Поэтому именно для этого создан персональный тренер или человек, который расписывает, составляет диету для человека специально под него индивидуально. Ну а як ти зрозумієш, от прийшла до тебе дівчинка у зал, як ти зрозумієш, що їй треба харчуватися 3 рази на день або 5? Все, конечно же, через методом проб,
То есть мы пробуем, мы рассматриваем различные методы, да, и постоянно наблюдаем за нашим человеком, для этого, за нашим клиентом. Для этого мы используем различные методы, как замеры делаем каждый месяц. То есть мы следим за тем, чтобы человек шел к своей цели. А для этого мы уже подбираем индивидуальные методы, которые нам доступны, ну, за счет нашего опыта. А як тоді так вийшло, от дивись, Оксана почала харчуватися 5 разів на день і так одразу аж на 15 кілограмів. В тебе були такі випадки у твоїй робочій? Бувало також, що чоловік якби їв, да, їв все правильно, але все одно набирав. Ввиду того, что организм просто не приймав пищу, или пищи ему было недостаточно. То есть организм у нас все рассчитано на биоприемы, биочасы. То есть и организм, вероятнее всего, просто принял пищу, ему было недостаточно, и он оставлял запасы, а запасы в виде жира или же набора, или же задерживал воду. То есть один из показателей того, что мы набираем вес, вес может быть не в жировой прокладке, а может быть в том, что организм задерживает внутри себя воду. Вот, поэтому... Тут еще история более другая. У меня немножко все-таки у меня как бы возраст уже за 40, да, я могу спокойно об этом говорить. Но вы прекрасно выглядаете. Спасибо. Не, ну, смотрите, девочки до там, определенного возраста, они худеют от одних программ, да, а девочки постарше, они худеют от других. И очень часто я сейчас просто общаюсь со многими девочками с такой же проблемой. У меня оказался повышенный сахар. Очень высоко, очень высокий сахар, и это говорило о том, что у меня, возможно, сахарный диабет второго типа. Это не смертельно, как оказалось, и основная проблема, то есть, вернее, основное решение, это снижение веса и изменение питания. И в моем случае, и сейчас очень много таких теорий, что если у человека высокий сахар, количество приемов пищи нужно менять кардинально. И когда я поменяла на 2, даже 3 раза, ну, то есть могу есть 2 раза, могу есть 3 раза, у меня вес начал снижаться, и сахар тоже уже у меня снизился. То есть это вещи, о которых мы не всегда знаем, и действительно нужен узкий специалист, который поможет. В нашем городе их немного, но они уже появились. А вперше, коли ти почала худнути і набрала 15 кілограмів, ти сама собі прописувала їсти 5 разів на день, чи спеціаліст? Ні, то теж були спеціалісти, тому що я тренувалась в клубі, там були дівчатки, які составляли систему питання, і як би було составлено, що потрібно їсти дробно, 5 разів на день. Я не говорю, що я точно контролювала калории. Я не буду об этом утверждать, но объем еды, допустим, по сравнению с моими подругами, это был просто в половину меньше. При том, что они были худые, я ела в половину меньше и постоянно набирала вес, стабильно набирала вес. То есть мне это больше связано было с сахаром и о том, что мне нужны перерывы, мне нужно интервальное, не голодание, а просто интервальный, вот биоритм у меня был другой. Допустим, сейчас я могу поесть рано утром, но в 4 вечера я могу закончить прием пищи и больше до утра не есть ничего, и отлично себя чувствую. И немає такого, что я хочу поесть? Нет. Ну, то есть со временем, ну, первое время, возможно, было, но потом организм, да? Это была просто привычка, причем не болезненно. Иногда я могу, наоборот, переступить и поесть. И тогда я чувствую себя некомфортно и думаю, зачем я это делаю? Вот это главная мотивация. То есть зачем? Дякуємо нашому інформаційному партнеру Eurovision за розміщення реклами на LED-екрані у центрі нашого міста. Друзі, я нагадую вам, що обов'язково дивіться нові випуски жіночого ток-шоу «3G плюс М» на ютуб-каналі телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Завжди актуальні та нові програми для кожного з вас. Ірочка, переходимо до тебе. Я хочу доповнити якби цю тему, що наче дробно даємо, але ми не контролюємо. Але ми не читаємо етикетки, що ми їмо. Ми дуже багато їмо скритого цукру. А цукор, ну, він, грубо говоря, ну, навірно, везде. І треба дивитися, навіть ми беремо ту квашену капусту, ну, я так, і дивитися етикетку, де должен бути місць цукру? Нуль. А так як, ну, я ж поїла, ну, трішки квашеної капустки я з'їла, і там я ж на правильному харчуванні, а то, що вона з цією квашеною капустою з'їла ложок 5 цукру. Або мариновано. Да,
вона не схудне. Чи, наприклад, як в мене клієнтка, я все, я їм кашки, все правильно, харчування, але я не худну, вага стоїть і все. Я говорю, то не я була, ні? Ні. Кажу, давай розберемося, що ти їсиш. От просто мені отак говори. Ну, і ми знайшли, вона на вечір з'їдає 5 кілограма яблук. Так, яблука ж. Яблука. Можна. А в одному яблуці, ну там маленькому, ну мінімум 3 ложки цукру. І кажуть, та ми ж навіть чай п'ємо так без цукру. Фрукти ж можна так, фрукти, їсти. Так, фрукти можна, ну в певній кількості і в певний час, да, там в години дня. Ну я, наприклад, після, я взагалі фрукти не сильно я так, люблю. Так, Іро, почекай, зараз ще треба, щоб ти розповіла свою історію. Артем, вот, а як, да, як? Кстати, я хотів би согласитися з мнением о том, що помимо сахара і ще одним таким средством є фруктоза. Да, которая находится в фруктах, и не все фрукты, к сожалению, мы можем употреблять в пищу. Например, такие как дыня, арбуз, они просто перенасыщены фруктозой, да, и иными словами, съев дыню или арбуз, это все равно, что съесть там какой-то полшоколадки. А говорят, что треба есть арбуз, бо він добре очищує почки, наприклад. К сожалению, вокруг похудения, да, этой темы очень много мифов, и правильно на них не попасться в интернете, потому что человек, когда начинает искать методы похудения, сразу когда обращаются? Обращаются в Google, в YouTube, ну а там каждый уже на чем ведет свои сайты или же свои блоги, то есть тут правильно нужно подбирать, потому что очень много мифов, очень много ложи вокруг этого всего. Окей, як замінити тоді яблуко, якщо, наприклад, хочеться, а там дуже багато цукру, як замінити? Сухофруктами? Ягоди. Ну, не килограмм съесть, можно же одно яблочко съесть после еды, а не 3 кілограми вечером, тем более вечером. Да, тем более вечером. Я, наприклад, коли я сиджу на правильному харчуванні, я можу на вечір з'їсти 3-4 яблока. Ну, вот. А я лучше съем одну конфетку после обеда сразу, но после 3 часов ні одної фрукти їсти не буду. От, до речі, друзі, зараз ми говоримо про правильне харчування. Я пропоную подивитися нашу постійну кулінарну рубрику від Галини Артеменко, її блозі «Жизнь вкусна», як зробити 3 корисних та швидких салата із пекінської капусти. Дивимось. Свежие рецепты из привычной пекинской капусты, которую я так люблю, но которая надоедает очень быстро, если повторять одни и те же рецепты. Так что в этом видео готовлю 3 разных салата из пекинки на любой вкус. В меру легкие, в меру сытные и точно не скучные. Привет, друзья, меня зовут Галина Артеменко. В этом ролике предлагаю приготовить 3 очень вкусных, не банальных, но очень простых в приготовлении салата из пекинской капусты. Все они получаются довольно сытными, но при этом легкими. Дело в том, что готовятся все они без майонеза, но благодаря составу ингредиентов получаются довольно сытными. Один из салатов будет приготовлен с сардиной, второй с копченой курочкой, что придаст ему дополнительной пикантности, а третий будет чисто овощным, но благодаря гороху нут, который мы в него добавим, он тоже получится довольно сытным. Что ж, поехали! Если интересно, продолжайте смотреть! Первым приготовлю салат из пекинской капусты и сардины. Отлично подойдет как сытный перекус, потому что помимо сардины я добавлю в него фасоль. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. Первым делом откидываю на сито кукурузу и фасоль. Фасоль можно отварить самостоятельно, а можно использовать готовую. Я дополнительно промываю фасоль, чтобы избавиться от крахмалистой жидкости. Пока кукуруза и фасоль стекают, занимаюсь остальными ингредиентами. Пекинскую капусту нарезаю довольно тонко, отправляю в глубокую миску. Сладкий перец режу соломкой. Укроп мелко рублю. Красный лук режу тонкими полукольцами. Перец, укроп и лук отправляю к капусте. Туда же отправляется кукуруза и фасоль. Теперь открываю банку сардин. Масло из банки сливаю, но сохраняю. Я буду использовать его как часть заправки, чтобы придать салату более насыщенный рыбный вкус. Саму сардину слегка разминаю вилкой. Вливаю к сардине 3 столовые ложки масла из банки и выжимаю лимонный сок. Отправляю в миску с овощами и фасолью. Приправляю салат солью и перцем и перемешиваю.
Если вижу, что салату не хватает влажности, понемногу добавляю еще масло, оставшееся от сардины. Второй на очереди – овощной салат с нутом и яркой пикантной заправкой. Список ингредиентов на экране и в описании. Сперва откидываю на сито нут и промываю его, чтобы избавиться от крахмалистой жидкости. Как и в случае с предыдущим рецептом, можно отварить нут самостоятельно, но я использую готовый из банки. Режу пекинскую капусту. Шинкую красную капусту. Режу соломкой морковь. Если есть терка для моркови по-корейски, можно воспользоваться ею. Рублю зеленый лук, петрушку и укроп. Отправляю капусту, морковь, зелень и нут в глубокую миску. Приступаю к приготовлению яркой заправки. Натираю на мелкой терке очищенный имбирь. Имбирь отправляю в небольшую глубокую миску. Добавляю горчицу, соевый соус и лимонный сок. Вливаю растительное масло и острый соус. Можно использовать табаско, а я взяла свой домашний острый соус. Ссылку на рецепт оставлю в описании. Солю и перчу заправку и перемешиваю до состояния эмульсии. Выливаю заправку в салат и тщательно перемешиваю до равномерного распределения. Третий салат с неожиданным ингредиентом, который придаст ему яркую текстуру. Список ингредиентов в описании и под видео. Начинаю с нарезки пекинской капусты и моркови. Морковь нарезаю соломкой, как и для предыдущего салата. Отправляю капусту и морковь в глубокую миску. Режу соломкой копченое куриное филе. Зеленый лук режу диагональными кусочками. В глубокую миску отправляю нарезанные ингредиенты. А теперь время неожиданного ингредиента. И это вермишель быстрого приготовления. Ее нужно покрошить. Я прекрасно понимаю, что этот ингредиент может отпугнуть, но не спешите сбегать. В салате в итоге его будет не так много, а текстура получится очень необычной и интересной. Готовлю заправку. Смешиваю мед, горчицу, перец и соль. Всыпаю половину специй от лапши, вливаю яблочный уксус и слегка перемешиваю, чтобы разошелся мед. Затем вливаю растительное масло и перемешиваю заправку до образования эмульсии. Вливаю заправку в салат и перемешиваю до равномерного распределения. Добавлять вермишель в салат стоит в самый последний момент, перед подачей, чтобы сохранилась хрусткость. Быстро перемешиваю, и салат готов. Давай, коротко розкажи свою історію. Як так вийшло, що ти була? Я тебе скільки знаю, скільки ми спілкуємось, я завжди думала, що ти така і була. Да. Поки ти мені не показала фотографію до, я говорю, що це взагалі за жіночка? Це да. Хто? І ти кажеш, це я була в шоці. В 30 років я жіночкою була, чим я зараз, да, там 37. Але я, знаєте, я ніколи не страдала лишньою вагою, я завжди була, знаєте, от з породи гонча, як я завжди казала. І я завжди їла, що я хотіла, і все, ну, понятно, там, студенти, і ми їли, і скільки в любий там час. Але, звісно, там, уже після 26-27, воно ж вже не то. І в мене вже почало там відкладатися в бочках, я їла, якби як їла, але тут вагітність, все, і я набрала при вагітності 30 кілограм. Ну, я думаю, все, я їх бистренько скину, я ж худа завжди. Але бистренько, швиденько в мене не вийшло, пройшов рік уже, там все. І, в принципі, я не заморачувалася, що в мене там лишня вага, поки ми не пішли на день народження і в мене не спросили, а скільки, наскільки твій чоловік за тебе менший? І це було все.
Мене по зрості, да? Ні, по возрасту. Да, по віці. І я така, в смислі, він на 3 роки за мене старший. І я розумію, що я виглядаю тьотя Іра проти свого чоловіка. Він в мене худий, підтягнутий. Да. А я така, да, іменно така тіточка. І я вже на 2-й день після цього дня народження, я вже в 6 ранку бігала біля 26-ї школи. Я вже почала круги наматувати. І все, і я з того дня сіла якби на дієту, можна сказати. Ну, раніше таких, да, там 7 років назад не було так інтернету, все цих дієт куча. Хтось мені дещось сказав, якась там дієта Дюкана, подружка в мене схудла. От я сіла на цю дієту Дюкана, вона мені зайшла. Це там основна їжа, це білок. Але без... давай нагадаємо, да, що для кожного своя, да, дієта, це... не можна прив'язувати. Мені вона зайшла просто, да. Вона мені зайшла, мені було комфортно, тому що я люблю м'ясо, фрукти не люблю і солодке я не люблю. І я за 3 місяці, да, на дієті, спорт, я... Побігала я трішки, побачила, що це не результативно. За 3 місяці, да, ти скинула? Так, да, я 20 за 3 місяці, да. Оксан, ну, а ти за скільки скинула? Ну, я скинула десь за рік, тому що зараз я якби на плато, да, я намагаюся втримати вагу. Ну, я не намагаюся, вона втримується. От ти, як фітнес-тренер, ти обираєш своїм клієнтам якусь кето-дієту, дюкана-дієту, які там ще є інші, або ти просто за правильне харчування. Ми ж всі дівчата починаємо залазити в інтернет і шукати, так-так-так, на рису посидіти, на гречці посидіти. Ну, да, нам же ж треба за день, да, до моря ж. Так. Кинуть всі 10 кілограм. Ну, первое, хотелось бы сказать о диете. Диета – это все-таки какой-то период, это не постоянство. То есть, да, диеты, такие как интервальное голодание, кето-диеты и вот прочих куча диет, они дают результат, безусловно. Можно хорошо скинуть вес, но вопрос в другом – об удержании этого веса. Да, то есть в период похудения мы можем спокойно скинуть, поехать на море и на этом же море наесть еще больше веса и вернуться с еще большим. Вес тела человека, его проблема в том, что с тем, как он уходит, он может вернуться, но еще вернуться еще с большей силой. Да, то есть еще больше прибавится. Для своих клиентов я, конечно же, стараюсь подбирать правильное питание с учетом калорий. Слава богу, сейчас у нас век цифровых технологий, очень много калькуляторов, программ, которые помогают очень быстро высчитать калории по человеку, в зависимости от его роста, веса, возраста. Ну, слухай, вибач, тебе я переб'ю, ну це ж дуже незручно. Я скільки разів хотіла рахувати калорії, ну це нереально постійно так, там, що ти там сьогодні, каша якась, або, ну це ж нереально рахувати постійно. Це нереально, но в рамках тренировок тренер только так может контролировать за счет того, что его подопечный записывает все, что он ел в граммах, то есть вот только настолько. Но опять же, это временно, это на момент снижения веса. Потом в любом случае человек переходит, и заменить какие-то продукты можно. Но привычка же остается, правильно? Да, есть привычка определенной еды. И уже, когда специалист тебе уже высчитав даже эти вырахував калории, да, там, например, чи там от доставка этого харчування, уже там есть там эти высчитані калории. И когда вы уже харчуетесь, ну, на цьому правильному харчуванні, у вас залишається привичка, ви вже знаєте, скільки вам треба з'їсти того м'яска, скільки вам треба з'їсти тої фрукти, у вас вже план є, і ви просто по ньому, якби, це ваш спосіб життя. Як обрати, чи підходить нам спортивний зал, чи ні, якщо нам не подобається туди ходити? Сьогодні поговоримо у рубриці з тренером Іриною про стретчинг та кенго-джампінг. Що це? Дивимось. Друзья, всем привет! Меня зовут Ирина, и я являюсь фитнес-инструктором групповых программ.
фитнес-клуба «Лидера». Сегодня мы поговорим о направлении, о трендовом направлении, которое называется стретчинг. Кому же это направление будет интересно? Что это за направление? Какие преимущества? Ребят, преимущества колоссальные. Для тех, кто решил начать ходить в спортзал, заняться своим телом, своим здоровьем, первое, что вы обязаны сделать, это прийти на тренировку по стретчингу. Ваша задача – восстановить все функции, нормализовать своего опорно-двигательного аппарата, улучшить подвижность, эластичность связок и нормальную работу всех суставов. Ноги пошире и сделаем простые, несложные выпады. Следим за тем, чтобы ваши стопы не отрывались от пола, пятки были прижаты к полу и угол не уходил за кончик, угол коленного сустава не уходил за кончик стопы и составлял 90 градусов. Далее мы немного увеличиваем наше натяжение, добавляем движение в руках. Очень важно добавлять многосуставные движения в комплекс упражнений. Это способствует лучшему раскрепощению суставов и лучшей работе нашего всего опорно-двигательного аппарата. Для следующего комплекса нам понадобятся йога-блоки. Мы опускаем йога-блоки вниз, под плечи, и делаем пружинистые движения на правую ногу. Следите за тем, чтобы ваша спина оставалась прямой. И очень важно в стретчинге выполнять все по мере своей подготовки, по мере своих возможностей, возможностей своего тела, потому что каждый человек, он индивидуален. Выпрямляем колено правой ноги и выпады на другую ногу. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Выпрямляем оба колена, смещаем руки под плечи. И выполняем сгибание, разгибание коленных и тазобедренных суставов. Выдох, вдох, выдох. Толкаем таз назад и стремимся за тем, чтобы сохранять позвоночник прямым. Вдох, выдох, вдох, выдох. Несколько секунд зафиксируйте себя в нижнем положении, в нижней точке и попружиньте тазом в пол. 4, 3, 2, 1. Замечательно. Без пружинистых движений несколько секунд зафиксировали себя в статике. 3, 2, 1. Замечательно. Не спеша мы выпрямляем ноги в коленных суставах. Собираем стопы, сгибаем колени и, упираясь на бедра с ровной спиной, поднимаемся вверх. На вдохе потянулись вверх и с выдохом стабилизировали себя. Снова вдох и выдох. И последний раз. Вдох. И выдох. Правая нога прямая. Левое колено под тазобедренным суставом. И носок правой стопы мы разворачиваем в сторону. Делаем небольшие сгибания по мере своих возможностей. Начинаем с небольшой амплитуды. Сгибание и разгибание в коленном суставе. Выдох. Вдох. Выдох. Выпрямляем снова правое колено. Вытягиваемся левой рукой вверх в потолок. И выполняем натяжение в боковой линии талии. Мы максимально отодвигаем ребро от подвздошной кости бедра и выполняем наклон во фронтальной плоскости. Обращаю ваше внимание, мы не наклоняемся ни вперед, ни наклоняемся назад. Строго наклон в сторону. И меняется сторона. Выпрямляем левую ногу, руки на талии, сгибание, разгибание в коленном и в тазобедренном суставе. Колено опускается. Обязательно угол сохранения сохраняется 90 градусов. Работает тазобедренные и коленные суставы. Вытягиваемся за правой рукой вверх. Очень важно вытяжение и затем только наклон. Выдыхаем и вытягиваемся в диагональ. Очень распространенная ошибка, когда люди сразу наклоняются вниз, сбрасывают руку и ощущение, что тренировка происходит успешно. Нет, это заблуждение, мы вытягиваемся в диагональ, тянем хорошо себя и понимаем, что мы вытягиваем ребро от подвздошной кости бедра, мы растягиваем именно боковую часть талии. Дышим, вдох. Если мы хотим увеличить нагрузку, мы можем опустить руку на стопу либо голеностоп. Вытягиваемся за правой рукой и опускаем руку вниз, подтягиваем ногу и садимся, стабилизируем себя на пятки.
Друзья, мой главный и основной принцип в тренировках – это не навредить клиенту и думать о его здоровье. Также мотивацией любого тренировочного процесса – это, конечно же, прекрасное настроение, это тот заряд эндорфинов, за которым мы все приходим и которого мы ждем после любой тренировки. Избавляйтесь от депрессии, расцветайте вместе с весной, будьте всегда в хорошем настроении. Занимайтесь спортом правильно и безопасно для своего собственного здоровья. Всем до свидания. Дівчат, от зараз свята, всі печуть паски, щось готують смачненьке. Як ви себе контролюєте, коли уся родина у зборі, на столі все, що завгодно, що робити? Я, звісно, я в своїй вазі залишаюся, там вже років 6-7, Я дозволяю собі на свята з'їсти той кусочок паски, але, розумієте, в мене це кусочок, і в мене це не паска. Я не знаю, я не зриваюсь на таку... Ну, хочеться, з'їла шматочок, і хочеться вночі і ще. Мені, наприклад, не хочеться. А там друзі покликали на шашлики, хочеться їсти шашлика. Та з'їм я той шашлик, і вип'ю я 100 грам до шашлика, все в мене буде. Але це, розумієте, це там один день, і ви з вихідних, там погуляли, в понеділок ви встали, і все, вас іде, як було до цього. Ви за один день ви не поправитеся, у вас не накопичиться там жир, може вода, затримається вода, все, жир ні. Але коли ви постійно це робите, от тоді накопичується, а за одного дня, що ви собі дозволите, ні. І з понеділка ви йдете в спортзал, ви харчуєтесь, як ви харчувалися, правильно? И все. Ирочка, проблем немає. Оксаночка, как ты уважаешь? У меня уже начались праздники, потому что у меня перед этим детям был день рождения подряд, и я это уже прошла, этот период какой-то себе. Во-первых, я мама, я готовлю то, что я хочу, меня все равно семья втягивается, это как группа единомышленников. Если они тебя поддерживают, они втягиваются, и семья действительно тебе помогает, они просто едят те же продукты, или блюда, которые ты готовишь. И ты говорила за кадром, мне еще человек также с тобой. Муж за компанию, я его не заставляла, он сбросил месяцев за 9 он сбросил спокойно 25 килограмм. Круто. Немножко он добавил себе спорт дома, гантели. Это так, чисто для мышц. Я не скажу, что это там большой спорт. Он за компанию. Вышло так, что я готовила какую-то еду, просто меняла салаты. Я не заправляла майонезом, я там заправляла оливковым маслом. И дети приходили и ели мою еду. Я такая прихожу, а есть нечего. Я говорю, ребят, давайте договариваться. Если вам нравится, я просто буду больше морковь. Морковь тоже нельзя, потому что, допустим, у сахара есть определенные овощи. Понимаете, если я понимаю, что сахар, морковь будет провоцировать у меня сахар, я лучше съем яблоко или съем капусту. Mm-hmm. То есть просто заменяться временем. Был день рождения детям, купили торт, естественно. Но так как я понимаю, что торты тоже разные бывают, мы там выбрали муссовый, допустим, mm-hmm. у него там меньше... условно вредность. Но опять же, если я хочу что-то есть, я ем какой-то кусочек, я согласна. Если я хочу торт, я его ем после еды. Я поела, съела маленький кусочек торта. Як у вас це так виходить? Слухайте, хочу їм, мінус 40, мінус 20, це так, я не знаю, як так. Я і все їм. Потому что нет, для меня лично основная мотивация, я себя не заставляю. То есть я понимаю, что мне нужно поменяться. Я не ставила себе даже цель 40, это я сама была в шоке, я там планировала немножко сбросить, чтобы у меня понизился сахар, я себя просто лучше чувствовала. Конечно, когда была мотивация, когда уже цифры пошли побольше, но... Сейчас я уже не хочу, я понимаю, что если я сейчас перегну палку, оно вернется с большим плюсом, то есть мне надо комфортнее. Но вопрос просто в том, что ты не заставляешь себя. Как только диета, ты сразу думаешь, боже, я сейчас сяду на голую морковку, которая мне нельзя, на капусту, и я уже человек противится. Человек противится, организм, естественно, противится, и срывается намного быстрее. Дякуємо нашому інформаційному партнеру Євровіжн за розміщення реклами на LED-екрані у центрі нашого міста. Друзі, я пропоную зараз подивитися нашу постійну психологічну рубрику від Анни Кольєвої. Подивимось, що сьогодні вона буде нам розповідати корисного.
Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні тема нашої рубрики – як розпрощатися з зайвими кілограмами. Всі мріють схуднути легко та без зусиль, але чи можливо це? Питання зайвої ваги актуалізувалося в світі у 1890-х роках, коли американські компанії почали враховувати зайву вагу при оцінці здорового потенціалу людини та враховувати індекс маси тіла при підписанні страхового договору. Вважалося, що зайва вага – це показник, який підвищує рівень смертності, а отже і страховка для людей з зайвою вагою коштувала на 20% дорожче. Пройде ще небагато часу, і на початку ХХ століття витонченість і стрункість війде в моду, а слова «дієта», «раціон», «сушка», «режим» будуть у арсеналі ледь не кожної десятої жінки. А до психологів вистроїться черга людей з розладами харчової поведінки, зокрема з булімією та анорексією. У чому ж проблема, спитаєте ви? А вона у невірному підході і мотивації. Саме ті, хто починає боротися з проблемою, ніколи не досягає успіху. А успіх у тих, хто прагне до самопізнання, самовідчуття, відчуття легкості та комфорту в тілі. Мотив – це вагомий чинник у досягненні результату. Зорієнтуйтеся на тому, що ви хочете, яке ви хочете тіло, які відчуття в ньому, яка ви будете або який тоді, коли ви втратите зайві кілограми. І тоді, коли ви знайдете порозуміння своїм тілом, то зайва вага вже не буде необхідна йому для того, щоб сказати вам про щось чи захистити від чогось. Будьте готові до того, що з зайвими кілограмами зміниться не тільки тіло, змінюються думки, почуття, оточення і ті люди, які навколо вас. Ідеально, якщо до створення фігури мрії ви залучите кількох спеціалістів – психолога, дієтолога, тренера і лікаря. Саме цей тандем допоможе вам досягти максимально швидко, максимально якісного результату. Піклуйтесь про себе і пам'ятайте – головне – атмосфера. Артем, що ти скажеш от тим телеглядачкам, телеглядачам просто, які не можуть знайти мотивацію, як себе сконтролювати на світі? Що робити? Які твої лайфхаки? Ну, прежде всего, мотивацией для похудения, да, является не только эстетический. Конечно, это красота, внешний вид, это, наверное, самое главное, зачем гонятся девушки, мужчины, mm-hmm. клиенты, неважно кто. Но самой главной мотивацией для человека должно быть его здоровье. То, о чем ему нужно заботиться уже сейчас, чтобы позже потом не пришлось бегать по врачам или же искать какие-то иные методы. Ну, ты же можешь быть и гладким, но ты будешь себя круто чувствовать, иначе и все нормально. Опять-таки, до поры до времени нужно помнить о сахаре в крови, совершенно верно. Нужно помнить о холестерине. То есть это на данный момент, да, мы можем чувствовать себя прекрасно, жить обычной жизнью, употреблять все, что хочется, но потом со временем... так сказать, мы не молодеем, да, и организм функционирует уже совершенно по-другому. То, что заходило раньше, позже может быть абсолютно по-другому поменяться. И нужно всегда мотивировать себя здоровьем, ну и, конечно же, красотой, эстетикой, вот, и внешним видом. А таке запитання до тебе. Якщо, наприклад, постійно ти працюєш, і ти, да, ти зробив собі правильне харчування, ти слідкуєш за цим, але все одно спорт треба. Додавати. Безусловно, обязательно. То есть всегда говорю своим клиентам о том, что в похудении всего лишь 40% заявляет спорт. Все остальное заявляет 60% где-нибудь питание. Потому что одно без другого невозможно. Вот, ну дивись, а иногда говорят взагалі 80% харчування и 20% спорт. Так можно только дивитися за харчуванням и не ходить ну, в спортзал? Ну, к сожалению, сжигать калории, да, мы можем только благодаря каким-нибудь физическим упражнениям. Да? То есть, не, ну если человек не хочет ходить в спортзал, он же может просто ходить. Он, много, да, совершенно да. верно. Я не хочу убираться только в спортзал. Да. Да, конечно, то есть любая нагрузка физическая, это является хорошо для человека, для его похудения. Я не говорю о поднятии больших штанг, как многих это боятся, или какого-то таскания огромного количества железа. Да? Достаточно хотя бы там вышагивать какую-то норму шагов, 20-30 тысяч шагов в день. Это обычные прогулки, это прогулки с детьми, с животными, это йога. В общем, на самом деле тренировки. Методов очень много. Можно лишь захотеть, и если для вас трудно найти, да, методы дома, хотя бы найти наставника, который вас будет вести онлайн. Сейчас очень много таких функций, да, предоставляют тренера. Это ведение онлайн, это особенно в карантин, те, кто боятся выходить на улицу, это ведение онлайн, это программирование онлайн. Вот, поэтому сейчас, в принципе, методов очень много, важно лишь желание и мотивация человека прийти к тому результату, который он хочет.
Ну, так как у нас сейчас ситуация с карантином, то, наверное, первая мотивация действительно спорт, а не красота. Ой, не спорт, а здоровье. Да? Здоровье и приходит на первое. Диета, вона, да, там, харчування, вона у нас від харчування залежить, да, наша ця жирова прослойка, грубо говоря. А спорт, спа-процедури – це ваша якість шкіри, ваші форми, ваш рельєф. На це одній, в тобі є статист-масажист. Да, на одній дієті, навіть якщо ви схуднете, одна буде худати з спортом і спа-процедурами, друга просто дієта. Це буде дуже велика різниця, тому що там буде вже обвісла шкіра. Естетично, навіть якщо на 20 кілограм схуднути, естетично воно вже не так гарно буде виглядати, коли людина, яка займалася спортом, коли в тебе на тобі все і кубики, да, грубо говоря, на пресі. Я схудла, в мене не було ні одної да, там, обвіслої шкіри, нічого. А в мене знайома худла разом зі мною, вона до сих пір, вона не може з цією шкірою нічого зробити, тому що треба було раніше думати, а зараз вже... Да, и хотелось бы добавить о том, что спорт все-таки помогает держать себя в тонусе. Это энергия человека, да, которая помогает ему справляться с различными делами, проблемами. То есть это тоже некий вспомогатель, да, в обычной жизни нашей. Боже, ты так говоришь, я зараз розуміла, яка я лінива. Я не можу. Да, и, конечно же, обязательно нужно заниматься вместе, потому что, ну, я имею в виду и диета, ну, точнее, и правильное питание, и спортзал, потому что очень много случаев, когда человек в домашних, ну, то есть за счет каких-то методов похудел, но эластичность кожи не вернулась, то есть она не... И можно очень много в интернете увидеть, да, когда люди худеют там и на 80 килограмм, и в итоге они имеют просто там обвислую кожу. Это показатель того, что, ну, вас, вероятнее всего, человек не займався паралельним спортом. У вас такого не було? Ви схудли на 40 кілограмів, що були якісь, ну, зі шкірою проблеми? Мені повезло, я знайшла єдиномишленника, ну, коли я вже тільки перші шаги почала робити, я знайшла єдиномишленника в Кіровограді, да, дівчинка, яка дієтолог і фітнес-тренер, і навіть несмотря на карантин, вона прописала мені і програму, і домашні тренування. Тобто дівчинки, дійсно, навіть з Кіровограда, це... Елена Чабан, она тренировала меня дома и других девочек дома, поэтому это вообще была не проблема. И она была дополнительно ниже мотивации. То есть тренер, который предлагает, который с тобой, ну, как бы тебя ведет, да, ну, не ведет, там, не знаю, какое слово, который тебя поддерживает, это намного проще, чем люди, которые теперь, да зачем им тебе надо, пошли там пиццу съедим. Дякую вам за то, что вы завітали до мене. Я розумію, що можна говорити на цю тему дуже-дуже довго, але я думаю, що ми буде ще продовження, ще встигнемо про це поговорити, тому дякую вам. Шановні глядачі, я погоджуюсь з нашими гостями, я думаю, що їх рецепт, їх мотивація обов'язково вам потрібно бути, адже ми говоримо про схуднення не тільки як про красу зовнішню, але й про здоровий сон, про здорове харчування, про енергію і багато-багато всього найкращого. Тому я хочу, щоб ви пам'ятали, що найголовніше – це наше самопочуття та здоров'я. А якщо ви хочете бути здоровим, то вам треба обов'язково подивитися наш випуск на YouTube-каналі телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. І з вами було найжіночніше ток-шоу «3G+М». Я Катя Лунгл. На все добре. Бувайте!